утро, дорогие друзья! Выходной – это потрясающий день. Мало того, что мы не идем с вами на работу, так еще и можно не спеша проснуться, выспаться наконец-то как следует за всю неделю, выйти на кухню и начать готовить завтрак. Пить кофе, смотреть какие-нибудь утренние программы, например, пока пьем кофе. Вот так вот. Смотрите нашу передачу. По традиции в программе «Пока пьем кофе» мы с Сергеем Колосовым готовим различные завтраки или интересные блюда. Сергей! Чем мы будем радовать сегодня наших телезрителей? Кирилл, сегодня мы приготовим гренки с корицей и с карамелизованными яблоком и грушами. С чего начинается приготовление этого замечательного блюда? Давай закарамелизуем наши фрукты. Отлично. Груша – это фрукты, да. Давай. Для этого нам понадобится сахарный песок. Высыпай. Да сыпь весь, что ты, ладно тебе. Карамельку. Ставь на плиту. Добавляем сахар, чтобы сразу он не начал гореть. И перемешиваем. Мешай, я порежу. То есть шкурку мы не снимаем, чтобы у нас осталась форма. Можно сказать, что мы тут готовим петушков. Тех помните, да, которые в Советском Союзе заменяли магазин сладостей. Насыпаешь сахарочку, добавляешь немножко водички и жаришь, пока не образуется карамельный такой цвет и вкус. Потом это все высыпаешь, форму вливаешь, и петушки готовы. И можно выходить на улицу, во двор к пацанам или даже к девчонкам, говорить: смотрите, что у меня есть. Знаете, за что я люблю нашу программу? Вот за это. Ничего не случилось. Ничего. А пока я карамелизую грушу, смотрите, что делает Сергей. Купил я вот такую чиабатту в магазине. Можно... Я думал, чиабатта – это бутерброд. Оказывается, это просто хлеб? Да, можно использовать там батон. Любой белый хлеб, желательно, чтобы он там 2-3 дня там... Старый хлеб, короче, дома, который есть, лучше использовать. Просто. Берете старый хлеб и используйте его. Он будет жестче, как бы, и влага в него будет меньше впитываться. То есть нам не надо. Надо обмакнуть, сразу обжарить. И как сказал бы классик, пора жарить. Продолжаем в том же духе, друзья. Я уверен, что в этот момент все, кто живут с вами дома, даже если вы живете в коммунальной квартире, сейчас выйдут на кухню. Мы с Сергеем приготовили себе завтрак. У нас сегодня выбор профессионалов, я бы так это назвал. У нас сегодня гренки с корицей и карамелизованные фрукты. Чуть не сказал овощи, кстати говоря. Ну что, пришло время лучшего времени в нашей программе. Лучшее, потому что готовим, а потом едим. Что, всем приятного аппетита. Приятного аппетита, Сергей. Приятного аппетита. Готовьте быстро, готовьте вкусно, а главное, добавляйте любовь. Всем приятного аппетита. Легкого утра и доброго дня.